плюсовой температуре Новый год встречали 25 раз. Каждый третий Новый год температура была аномально высокой. В 21 веке повторяемость оттепели еще увеличилась. Так что Новый год с лужами и дождем в столице скорее уже закономерность, чем исключение из правил. В Москве с декабря уже около более двух месячных норм осадков 106 мм, снежный покров достигает 33 сантиметра. До абсолютного рекорда декабря по осадкам, который был 115 мм в декабре 1874 года, осталось меньше 10 мм. Курс доллара на сегодня 71 рубль 98 копеек, евро 76 рублей 8 копеек. Погода. Сегодня облачно, временами снег, температура воздуха плюс 1-3 градуса. В Москве 0, плюс 2, также в течение дня кратковременный снег.